что, если вся команда имеет промах? Смотрите, просто по мне, ну, типа, ну, не попадает в колодец. Ну, реально, так у меня только бабочка. Будет ли эта игра интересной и реально ли выиграть такую команду? Давай, давай, додушить. Хорош. Прошлая такая была по фану, это плотная. Даже если проиграем, по кайфу игра. Драться не можем об слово вообще, в риле. Ладно, я умер. Буду драться уже. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Аксанас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если вся команда имеет промах? Будет ли эта игра интересной и реально ли выиграть такую команду? Ну, достаточно, мне кажется, купить один МКБ, но я не знаю, сейчас посмотрим. В целом мы сейчас раскидаем ребятам, которые у меня в команде, задание и начнем играть, поэтому давайте чуть-чуть подождем. Итак, ребята, раскидал я друзьям своим, подписчикам, которые у меня находятся в игре, задание. И мы пикнули такой пик. Это у нас Мартретка, Рикимару, Тролль, Панда Брюмастер и, конечно же, ВРК. Все эти персонажи имеют промах. Я пойду центральный коридор, как обычно. И самое главное, это мы посмотрим сейчас, как это будет все работать. И действительно ли эта комбинация будет... интересно, интересно. Ну, а с вас, друзья, как обычно, лайк. И, конечно, не забывайте поддержать YouTube канал подпиской, ТГшку подпиской. Ну, если вам, конечно, нравится такой контент. Если не нравится, ребятки, я не заставляю. Поэтому спасибо всем. У нас добровольный канал. Кто хочет, тот поддержит. Поэтому не забывайте поставить лайк, если нравится. Ведь это вот как бы показывает, да, лайк. То есть нравится, да. Если нравится, почему бы не поставить? То есть, как бы, ну, для моего понимания, что людям заходит, а что нет. В принципе, спасибо всем, кто поддержит. Ну и что ж, начинаем. Начинаем. Один МКБ и нам ГГ. Вот напишу. Один МКБ и нам ГГ. Очень хотел я сыграть на панде, но у меня забрали панду. На Мартретке я не очень хотел играть, я хотел именно на панде. Потому что панда, вот это просто пиво и 70% промахов. Это просто по КД можно накидывать и кошмарить. Было бы очень круто. Если честно, я бы хотел сыграть на панде именно, не на каком-то другом персонаже. Ух, как мы тычечку дали. Оп, хорошо. Очень хотел бы сыграть на панде. Ну, возможно, будет две игры, я, конечно, не обещаю, но посмотрим, Что там Некролайт пошел, вардик ставит или не ставит, непонятно, если честно. Ну, по-моему, если такой стрейф был, то, возможно, поставил. Ну, посмотрим. Давно не играл на Мартретке, сейчас... побегаем немного, посуетимся. Посмотрим, как будет игра ложиться у нас. Ну, надеюсь, ребятки, все равно на вашу поддержку. Если нравится видос, обязательно лайк поставьте. Я опять напомню это, буду напоминать. Вы иногда, наверное, забываете. Ну и пожелаю всем приятного просмотра. Не забывайте, ребятки. Кстати, какие видео вам больше интересно заходят? Где мы парно играем с Триборгом, либо же такие видосы, когда пишем, по сути, ну, соло, по сути, пишу, вот, типа, вот так вот, да? То есть, какие вам видео больше нравятся, напишите тоже в комментариях, очень интересно знать, реально, на самом деле, какие видосы вам больше заходят. То есть, либо вот такие какие-то видосы простенькие, как сейчас, да? Либо какой-то более гениальный видос, да? Так, ну да, действительно, он туда вард поставил на хайграунд. Очень интересно, он так сделал. На четвертом левеле немножко начнем задушивать его. Ну давайте, раз он уже прокаста дает, немного побьем. Если прокаст дает, надо побить. То есть я уже как-то хотя бы разменяюсь. Хорошо, успел. Сапог, стик. Возьмем. А вот эти два крипа. Убиваем. Стик мне не особо тут чем-то зарешает, но, в принципе, можно. Хорошо, ману даешь. Вот это так добьем. Так, там 350 маены.
350 маены. Хорошо. Отлично. Все, можно порегенить немного. Сейчас крип собьет, наверное. Нет, не сбил. Порегеним чуть-чуть, и можно поатаковать. Слушайте, а куда он идет? Так это можно этим воспользоваться. Этим можно воспользоваться, что он куда-то убегает. Куда он убегает, непонятно. У меня сапог просто, с сапогом можно попробовать его забрать. Но не факт, что получится. Он тоже сапог себе принес. Ага. Сапожок тоже себе принес. У меня есть 3 стика. 50 и 25. Немножко не хватает. Еще бы один стик. Сейчас подрегени уже. Подрегени уже. Там тангусы кушают. Отходим. Пойдет. Ну, тогда уже лучше на 6-м будем работать по нему. 5-м пофармим еще. Уходит на базу. Да, все отлично. Забираю экспу полностью, перефармливаю по левелу. И на 6-м левеле мы газуем. Через что тут будем собираться на мартретке? Ну, я честно не знаю. Очень хотелось бы сделать персонажа тематическим, тогда, если у нас уж мартретка, то, возможно, что-то соберем еще на промах. Там есть дамагеры с руки, но там в основном... Тут мэджикал урона больше, тут мэджикал урон. Слардар рука. Омник с руки не бьет, как правило. Саппорт игра у него будет, скорее всего. Так что не знаю. Что там, монетка, пойдем заберем. Монетку заберем. Хорошо, внизу какой-то актив будет. Так, что там у некро? 4-й левел, ну вот. И хорошо, что я его харасил. Хоть я и размену очень много дал на расходник. Но в целом у него не очень хорошая ситуация, я так считаю. У него очень слабый уровень. Сейчас на 6-м начну. Чуть-чуть прыжочками разминать его. Прыжочками разминать. Очень близко подошел. Чуть побьем. Хорошо. Хильнемся. Стика у него до сих пор нету. Очень странно. Чуть-чуть побьем. А может даже и не чуть-чуть. Ладно, хил закинул. Минус хил сделаем. Уже не хочу рисковать, потому что там... Еще будет. Но сейчас, если подойдет поближе, убьется об стену. Хорошо. Ой, какой крит. Хорош. Задушил таки я его. Задушил. Додушил, пацана. Додушил. Так, ВЦ берем на хилочек. И до герочек размаксили, чтобы как можно больше чистым уроном душить. Фармим дальше. Очень хотелось бы сыграть через БФ, но тут я смотрю, омник есть. Но у нас Рики, по идее, с диффузом должен быть. Но не факт, что он его таймингово соберет, как бы, правильно? Так, фазы есть, можно поесть. Пойдем в магазик сбегаем, наверное. В боковой, там, где руны продают. Вот так сделаем, погнали. Монета. Пойдет. Пойдет. Так, некор 5 только. Только 5-й левел. Пойдем прогуляемся. Очень много магии, да? Ну, давайте клаку под стандарта купим, чтоб магии меньше получать. Я думаю, будет стандартненько. Там 6-й левел апнул. Да, я думаю, сейчас возьмем клаку и будем двигаться. Карлайт очень много наносит magical damage. И почти весь его урон это магия. Второй только отнимание здоровья, а так первый ультимейт очень такие сильные кнопки. Хорошо. Пусть иллюзии чуть подушат. Жесть. Иллюзии тушат, пацана. Опа. Пропхетович. Профит прилетел, профит.
И улетел. Стандарт на масочку, наверное, сейчас. Пусть. Доминатор, в доминатор выйдем. Почему он играет без стика на миду против Мартретки? Это же must have. Это же must have. Я все жду, когда же крит вылетит. Даже вылетит крит. О! 100 маны там, кстати. О! То есть. Вот она, конечно, у меня сегодня критует Мартретка прям на вставочку. Очень жесткие криты какие-то. Не понимаю, почему они так сейчас прокают, но это выглядит очень круто. Прям везение на высоте у меня на миду. Рили везение. Именно везение. Крит прям хорошо вылетает. Очень хорошо критует. Так, ну что, вардик у нас погиб, да? Сейчас возьмем доминатор. Доминатор дофармливаем. Крипов в меду у меня тоже неплохо, в принципе, 56. Хорошо. 56. Варда нету, кстати. Варда нету. ТП-шку возьмем для ребяток. И ману одну. 59 крипов, это много. Ой, ДДшка. С ДДшкой я могу, в принципе, в наглую попробовать подработать. Опа, если Фурион сейчас подойдет сюда поближе. Неплохо. Неплохо. Пойдем. А топик это суета. Гоу на топ, наверное. Так. Ну там что-то суета какая-то на топе. На самом деле три героя, да? Ой, тяжеловато, наверное, ворваться. Тяжеловато ворваться, наверное, будет. Там на самом деле пик очень ватный. Очень ватные персонажи. Чисто вниз пошел Фурион, зафармил и пришел обратно. Очень интересно. Можно сразу нападать, не париться вообще. Ничего не сделает вообще. Хорошо. Уже прям наглее люто. О, Жуманакс, давайте Жуманакса возьмем. Погнали. Надо аквилу теперь вместо щиточка возьмем. И погнали. Ух, там суета на топе. Суета на топе. Тролль у меня стыд пухает. И улетает, но успеет. Успеет. Ладно, уходим отсюда. Пойдем, дорогой тролль. Оставлю здесь его. Че там, 10-я, 64, нормально? Нормально апнул крипов. Вашива. Забавный вообще тролль этот лесной. Очень часто его беру. Очень часто его беру. Монетка, неплохо. Оставить можно его здесь. В принципе, ну давайте лучше на миду тогда оставим. Не, не. Если я его взял, то пусть он будет у меня в подчинении, правильно? А не просто АФК на топе стоит. Хотел двоих добить, и ни одного не добил. Так, но мне нужна аквила. И ТП-шечка. Хорошо. Пока качаем героя. Промахи тащат? Пока что тащат промахи. Все на топе собрались. Парни пишут, гоу все топ. Там на топе суету хотят. На топе суету хотят. О, Жуманакса сюда. Жуманакса, если что, сеточку кому-нибудь в репел накинет просто и все нормально будет. Я мид пока ломать буду. Давайте базилу включим, Аквилович. И будем душить. Можно попушить. Мид бросили, потому что на миду тяжело стоять. Я уже на бустах убиваю спокойно за замедление.
Хорошо. Чисто топорики там раскидывает. Так, Слардар Армлет имеет, кстати. Нанизу клок. Ага, хорошая руна. Пойдем прогуляемся. Прогуляемся. Юми Юми Ванга. О, Фурион выходит. Хорошо. Попався. Ух ты. Ля какое. Прытки на Слардаре. Но маны нету больше. Хорош. Нормально он так поармлетил там. Поармлетил, нормально парень. Так, Фурион на меду. Клок где-то рядом, да? Ага. Ну-ка рискнем, кто не рискует. Окей. Кто не рискует, тот не пьет. Ой, хорошо. Ух ты, омник пришел. Отойду. Отойду. Че, бить будете? Ну, давайте, промахиваться хочу. Оп. Братан, ну там еще Слардар, не знаю. Ух ты. Ну вот тут надо убегать, дядь. Тут надо убегать. Это жестко что-то. Так ворвался там этот Слардар. БФчик сделаю, ребят. Думаю, БФчик хорошо зайдет. Хочу БФ. Ну вот, как в старых добрых версиях. Почему нет? Золотишко почти есть уже. Самое главное, ингредиенты купили. Клеймор. Самый дорогой артефакт. Самый дорогой в этой смеси. Клеймор. Потом Бродсворд и Персеверанс отдельно уже покупается. Двухсоставной артефакт, они намного легче берутся. Намного легче и быстрее. А мы сейчас Энчентов еще постакаем, чтобы с БФчиком потом можно было забежать и это все красиво оформить, ребят. Поэтому let's go. Давайте, если уж делаем контент, то делаем контент красиво, правильно? Правильно, ребятки. Не забывайте поддержать лайком, если вам нравится такой контент. Подожди, дядь, подожди. Не надо мне. Не, за что ты? За что он меня так не любит? Вот этого хочу. Хорош. Крит. Че там, Слардар убегает. У него маны 110, кстати. Блин, как она критует у меня. Как она у меня критует. Не стала Слардара пытаться обрабатывать, потому что... Ну, парень армлетит, да, тяжело убить его. Нету ДПСа быстрого. И нету крита под его армлет. Вот, и как бы проблематично его убивать. Так, ну почти есть. Пойдем еще подстакаем. Вот, поэтому я решил выбрать цель Омника. Омника лучше выбрать. Цель. Так, есть. Подстакиваем еще, отходим. И пойдем в лесочек. Как раз у меня уже почти есть все. Ну, на самом деле, доминируем. Там вообще никто фраги не делает. Доминируем. Ну, оппоненты такие. Бодренькие. У нас тролль еще, блин, с доминатором. Я думаю, они там сами справятся. Не буду помогать. Ребята молодцы. Дают жару. Так, есть БФ. Можно Рошана пойти. Пойдем с БФом Рошана. Не буду париться. Хорошо. Пойдем стакнем еще раз. Ля, там внизу суета начинается. У меня есть телепорт, я могу пойти перевернуть. Сейчас мы, наверное, это и будем делать. Он мне культанул. Но после того, как подстакаю, и пойду. Там целая суета. А можно пойти на Рошана под шуму? Можно просто на Рошана пойти. Пятером напали. Begin.
Я не достал с маком, лол. Но меня по карте не видно, может прокатит. Не знаю. Меня по карте не видно, может прокатит, как думаете? Кура так поближе сюда подвести, чтобы можно было видеть подход. Чтобы подход можно было видеть. Вообще очень сильно рискую сейчас. Очень сильно. Ну ладно, в принципе, с мида никто не бежит, я смотрю, клок ракеты не кидает. Меня, скорее всего, было не видно. И мартретку ж не видно по карте, когда она передвигается. Опа, опасно. 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 Оп, не опасно, все. Все хорошо. Опа, опасно снова. Снова опасно. Не опасно уже. Жесть, я, конечно, гениально вообще играю эту доту, бро. Вообще жесть. Хуже, наверное, сыграет только бот. Хорош, Рошана запинали. Пойдет. Ну что, бабочку некстом. Чтоб не пробивали. Бабочку некстом. Ай, как ему кританул, жесть. Критует у меня, конечно, сегодня герой просто нереально. Так, ну что, я тут подстакал себе, поехали. Подстакал себе. Кайфовать. Кайфовать хочу, кайфовать. А можно крит под это все? Жесть, какая фарм-контора. О, ребята, кайфуйте. Вообще жесть, я кайфую. Кайфую. Я кайфую. Я кайфую. Все, найс. Гоу, Евасион. Бабочку сделаем, ребят. Бабочку. Погнали. Ну, БКБ чревато не делать, но... Я сделаю бабочку. Тематический артефакт соберем. Тематически. Быстро выфармим. Я на эншентах буду зависать. Доминатором возьмем что-нибудь. Чтобы от ноги не бегать. А Егис надо разменять на пару фражочков. И пойдем. Там на топе суета. Ух, панди ГГ, походу, да? Так, Жуманакс снова. Давайте возьмем Жуманакса. Пусть он хорошо стакает. О, подеремся. Погнали на топ сходим. У нас ВР-ка саппорт. Молодец. Форставчик взяла, будет двигаться. Так, хостецкий, неплохо, погнали. Погнали. Ощуа, вот этих чуваков сюда ставим. Жуманаксовых. Подвяжет. Ой, хороший. Не успел, дядь. Как жестко, я очень быстро двигаюсь. Ой, да как же она, блин, тушит. Это что? Как же она тушит, эта мартретка? Какие, блин, нафиг промахи тут, если она с критов всех убивает? Это жесть какая-то. Что с ней не так? Слушайте, ну пока выигрываем, и довольно-таки неплохо. Так, Жуманакс, ну давай подстакай немножко мне на бабочку. Можно будет в колодец попробовать зайти. А что если я сделаю еще Тараску до кучи, да, типа, и попробуем зайти в колодец? Кто-то тут есть. Слардар, ага. Давай драться. Не попадаешь. Дядь, не попадешь. Не попадет. БМа нет, бьем. Это жестко, я не знаю. Просто гоняю. Просто гоняю. Побежали в мид. У них клок фармище почему-то. А, с БМом хотя бы. С БМом. Гоу в БМ убиваться. Не захотел он убиваться в БМ. Хорошо. Вот этому по башке надо дать. Пойдем. 53 секунды, успеваем отвести. Ой, какой крит. Юзай БМы, дядь.
Лордар убьет меня, интересно? Ну, давай драться. О, ну вот так вот убьют. Вот этих сначала. Крис, а? Крис, а? Ну по мне не попадает просто. Красиво сейчас флешем так подбодрил. Меня, по идее, не должны пробивать здесь. Промахов миллион просто. Промахов миллиард даже, можно так выразиться. Просто не попадают. Так, я себе не стакнул, блин. Ух ты. Еще и бабочку, прикинь, собрал. Крипы не попадают. Я хочу, чтобы меня побили, но меня с магией там убьют. С магией побьют. Магии побьют меня. Надо, чтобы тиммейты пофидели, как обычно. Но мартретка очень злая получилась. Очень злая. Очень злая Марита. Пойдем сюда на кэмп. Братан, я благодаря этим стакам так выфармил. Он стоит стухая. Чё хотел? Хорошо. Есть. Так, там нужно все-таки подстилку какую-то, ребят, делать. Нужно БКБ. Нужно БКБ. Самый кайф это Рикимару тучку еще дает до кучи. Это вообще жесть, столько промахов. Давайте этот сфармим. Не отвел, да? Печаль. Ой, ваншотнул просто. Хорошо. Быстро зафармил. Сейчас БКБ сделать надо. БКБшку надо все-таки. БКБшку надо все-таки. Манту не буду делать от Слардара. БКБшку поделаем. О, шотнул просто. Или Тараску. И в колодец пытаться. Как думаете? Мне кажется, неплохо. Должно посмотреть, какой промах на Морте будет. А остальные промахи как бы никуда не пригодятся. В этом проблема. Так, Жуманакс, иди на подстаке. Задушим. Ух, там панда поливает, столько ДПСа там, это жесть. Вай-вай-вай. Вай, на рипера его туда. Молодцы. Молодцы. На рипера его туда. Промах тащует. Да, Тараску гоу. Тараску сделаем, ребят. В колодец побежим. Тараску сделаю. Получается Тараска и Кираса. Тараска, Кираса я сделаю. Хорошо. О, ДДшечка. Ну, с ДДшкой можно будет пойти фармануть. Фарманем. Давайте отойдем, что-то слишком близко я стою. Так. Сейчас мы, короче, сделаем дополнительный контент. Пойдем в колодец, посмотрим промахи мартрытки. Мартрытки. Тараска есть. Тараска, чтобы хп не избивали. Регенерация. Очень быстро фармит через БФ плюс эншенты. Очень бодрый фарм.
Очень бодрый. Так, есть. Что там на меду? Виндру душат. Брат, Виндран, жми. Очень сильно сларда ромника подставил сейчас. Очень сильно. Что там? Клок. Клок победил. Wins. Клок wins. Flawless victory. Че, куда он там побежал на клоке? Смотри. Бежит. Волка стреляет. Побежали. Бабочку в кул. Кажется, сюда пошел. А, на ТП ушел. Жесть. Жестко. Так, окей. Рошана сейчас можно будет сходить. Че там у меня Жуманак стоит на работе, да? Го, Рошана. Че, в колодец пойдем сходим. Только. Хорошо. Пойдем, пробежимся. Я потанчу. Let the hunt begin. Justice shall be swift. I can taste. Go в колодец, go потанчу, такой, знаете. И в тупую бегу в колодец. В тупую просто, вообще пофиг. Что? Блин, меня даже в этой катке никто и не бил. Даже в этой катке меня, в принципе, никто и не бьет. Там по мне не попадут просто. Видя бабочку, это уже морально, типа, давит как-то, мне кажется. Там моральное давление какое-то идет. И ваншотаю просто крипов, это жесть. Не только крипов ваншотаю. Ладно, живи. Живи, дядь. Живи, дядь. Там тролля душат нашего. Ух ты, попал. Тебя что там, МКБ? Вай-вай-вай. Нет, нет, пожалуйста. Го, отойдем. Попал по мне, прикинь. Я в шоке, как он попал. Так, Кираса почти есть, да? А Кираса будет тогда уже только доминатор ни к селу, ни к городу. Хорошо. Монетка. Найс. 30-я минута. Мы, в принципе, мы могли бы уже сломать их, но также неинтересно. Правильно? Надо же что-то немножко... Какой-то еще контент удать. Поэтому давайте. Кирасу в студию. Кирасу в студию. Жалко, у меня нету БКБ. Это плохо. Это очень плохо. Без БКБ, конечно, кринж. Дэмэджа нету, кстати. Колодец будем долго убивать. Колодец долго душить будем. Они там еще и отпор могут дать в колодце. Причем нифиговый. Один крит, и крип погиб. Вот так произошло сейчас. Давайте вот это фарманем. Блин, как она быстро это фармит. Так, вот так сделаем этого сюда. Все, пойдем Аегис сбивать. Аегис сбивать. Варник стоит. Understood.
сплэшем надамажил. На него прыгнуть не могу. Хорошо, минус ульт. Минус ульт. Ой, ваншотнул просто. Ой, еще ваншотнул. Да нажми. Давай, давай. Хорошо. Эх, крита не было. Хорошо. Да, колодец не попадает. Жесть, под солором еще. Это жестко. Да, тролль бедолага. Дядь, дай по душу. Да лол. Так, ну давай отойдем. Отойдем. Ча, Аега. Аег жёг и Кираса. Жесть, вот это мы зашли. Приденемся. Опа. Вот этот парень, конечно, опасный. Этот парень опасный. Все, Аега есть. Чуть позже зайдем. Кираса есть. Где-то я уже видел этот видос. Когда Мартредка заходили, ломали под фул промахом. Слушайте, ну это только бабочка плюс мои стандартные промахи. И она мне еще солярку кидает. И все. Так что это очень жестко. Блин, эти промахи. Но я хотел на панде сыграть. Давайте все-таки, наверное, возможно, вторую катку сыграем. Я очень хочу сыграть на панде. В такой комбинации. Опять-таки, если мы все это вместе будем комбинить, хотя бы Смоук Рикимару, да, вот был бы, если бы Смоук Рикимару. И плюс это на кого-то героя, на ту же Мартредку накидываешь или на панду, там просто можно нереально добиваться крутых успехов. Пойдем минуса давать. Оу. Пацаны, чё стоять? Так, у меня сатаник по факту есть. Еще хпшки, еще мана. Панда сначала клепнул, потом прыгнул. Я не понимаю, как так получается. Хорошо. Вар, блин, выключил. Идем. Идем, погнали. Чё стоять? Нефиг стоять. Тролль, давай, брат. Ты сможешь. Что там за крипы? Нет крипчиков, да? В ХГ забегаю, убиваю сразу любого. Некарма. Лок. Давай, давай, добить. Хорошо. Где там Алерия? Алерия, гоу. Смотрите, просто по мне, ну типа, ну не попадает колодец. Ну реально, так у меня только бабочка. Вот сейчас солар еще сверху. Сейчас Тараска будет перехиливать это. Блин, это настолько изи. С Лордара надо убить. Давай, давай, Слара. Ой, как под сплэшем сейчас-то раздамажу. Хорошо, вот это. У нас, кажется, тут проблемы начинаются, да? Или нет? Нормально. Ребята, все под контролем, не переживайте. Все под контролем. Брат, живешь. Жесть, она ломает соло. Давай, помогу. Там Фуриона пусть погоняет, пацан. Жесть, промах, конечно, просто.
Просто Solar и бабочка, и плюс мои блюры берем спокойно колодец. Такой бред, если честно. Очень бредово, ребят, реально. Я не думал, если честно, что мы пойдем здесь колодец, но да ладно, окей. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Да, они с колодца уходят, окей, тогда пушим дальше. Ушли такие, ну ладно, мы пойдем дальше колодец бить. Хорошо. Ну и просто дальше бьем, надо колодец добить уже что. Так, ну мне тут придется не сладко сейчас, да? Вот опять-таки мой промах сейчас будет тащить. Просто я вот руки с клавиатуры уберу. Но только единственное, сатаник нужно будет и деревья рубить, да? Окей. Все, вот и все. И просто вот буду вот играть. Куда ты идешь? Бей ближнего. Да не этого, блин. Просто иди нафиг. Бей ближнего, говорю. Да не этого. Она бежит, видели? Она должна была ближнего бить, а она куда-то начала обходить, короче. Я думал просто руки убрать, типа уже, и чисто по кайфу. Что там получится, не знаю. Ой, жесть, тоже мартретка, а, руинерша, еще та. Вообще ужастик какой. Как шмоты купить теперь, а что, не дает? Жесть. О, все, шмотки окнули. Пацаны, магазин закрыт. Завтра. Заходите. Жесть. Ну что, не будем, наверное, оппонентов мучить. Пойдем закончим сейчас. А то что-то как-то... Если магазины там не дают открыть, то это ГГ. Багануло, скорее всего, как-то. С лордаром. Сейчас там по МКБшке купят, смотрите. Один магазин только открыть там. Жестко. Жестко. Но я думал, я тут повеселее сейчас проведу время, потому что... КЗ, надо было сначала... Надо было, наверное, не рофлить, да? Вот так вот напишем. Жестко. Тараска там, пацаны. Так, ну, тролль тут подрабатывает, у него вторая смена закончилась. Че, отправим его на отпуск, наверное, тролля. Пусть пойдет домой. Молодец он. Там Евасион еще взяли. Жестко. Ну что, пойдем, наверное, драться. Давайте возьмем тревел. Странно, почему магазы вырубило. Очень странно. Да ладно. Так, вот это вот так, вот это так, вот это так. Все, погнали. Центральный коридор высветим. И погнали душить. Невзначай чисто колодец упал. Так, ты отдохнул? Отпуск закончился, дядь. Иди работай. Что за дела? Шард бы еще взять. Шардик бы. Попробовать, пусть меня побьют. Рики тучку там дал бы, что-нибудь еще там круто было бы. Гоу. Бабочка есть, можно поесть. Ох, какая связка кошерная. Ой, туча туда еще. Жесть, бедный Слардар. Бедный Слардар. Где-то, что-то критов в БМ нету. Только БМ закончился, крит сразу полетел. Осуждаю. Гоу, закончим. Они даже хилиться не могут. Даже хилиться пацаны не могут в целом. Так, ГГ. ГГ. Да, я сейчас не думал, что будет так. Не кор. Хорошо.
Кто там еще в колодце есть? Ой, здравствуй, дорогой. Как тут у тебя дела? Не убивай, не бей, не бей. Пусть бедолага страдает. А че, магазы офнулись? Ну, магазы для нас офнуты, это понятно. Кура неуязвимая. Странно. Ты куда, дядь? Мы тебя не собирались убивать. Тебя убивать не собирались. Ну, пацаны собирались, я нет. Очень странная игра. ГГ. Что там, Клока убивают этого? Ну-ка, Клок, покажи им, как надо. Го ФФ. Я согласен насчет ФФ. Я согласен насчет ФФ. Парни. Рапира. О, парни ФФ пишет. Но если наши ребята ФФ напишут, то это будет хорошо. ФФ. Гоу на респекте ФФ чисто, пацанам. Почему нет? Почему нет? Написал. Так, ВРка написала. Тролль там у нас. Пусть кайфует. Ух, там Фурион, киллинг спри, ну нифига себе. Пойдем сейчас задушим еще. А можно крит, пожалуйста? Что-то по Слардару ни разу не кританул. Да что ж такое-то? Он 2800 только вылетел. Крысиные криты какие-то. Ух ты. Но в некро надо, надо в некро. Сейчас как критану. Не критану. О, репел, спасибо. Спасибо. Спасибо за репел. Я не буду я тебя убивать. Регенься, хилки. А, магазы. Офнуты. Go ФФ. Но я не знаю, я прошу, ребят, ФФ. Я не пущу больше в игру тогда, ФФ не пишет. Тролль. Пишите yes. Тролль не пишет. ФФ. Yes, напишите. Алло, чуваки. Пик, он не пишет. Я не запущу. Ну. Вот извращенцы. Да напишите вы, да... Да напишите. Yes, алло. Ну чё за фигня? Почему вы не кикаете тролля, который не хочет им... Ура! Есть, и должен трон у нас рухнуть. Я написал в ПФ. Лол. Я самый первый написал. У нас все написали FF, и трон не лопается. Чё за фигня? Такой бред, ребят. Но, честно, хотел ребятам, оппонентам отдать эту победу, ну, потому что, ну, это жесткое издевательство какое-то было. Я хочу сейчас на некстовую катку пойти на панде пивной и тоже позаряжать немножко пивасом. И посмотрим, что из этого выйдет, ребятки. Я за эту катку прошу тоже лайк, если не сложно, если понравилось. Колодец уничтожили, невзначай абсолютно колодец. Ну, и погнали некстовую, погнали.
Итак, ребят, вот такой вот у нас получился пул. Что-то там жесткое понапикали. И у нас тоже, в принципе, неплохие персонажи. Очень какие-то лютые герои там. Но если даже эту катку проиграем, то ничего страшного, как говорится. Потому что все, как бы, игры, они... Тут рофельно-картофельный, и поэтому только, ребятки, на фане, только на позитиве. Если вам нравится данный видос, обязательно поставьте лайк и поддержите YouTube-канал подпиской, ребятки. Спасибо всем, кто поддерживает. Ну и погнали, я так чувствую, Атропос будет у меня в миду чилить. Там очень серьезный пик Спектра. Спектра, очень жестко. Очень жестко. Селенги. Не... Просто катка. Хорошо. Так, ну что, пивасик, конечно же, будем замакшивать. Будет у нас клэп, доджи в единицу и пивас замакшивать. Потому что пивас это имбовый спел, который вообще никто не выкупает. 26% МС замедления и плюс, не забывайте, что 75% чанси это у нас доджи. Это очень много. Это очень много. Давай души его нафиг. Хорошо, ладно, пойдет. Чуть-чуть хп подслили пацану. Одной тычки не хватит, ну ладно, ничего страшного. ПБшку внизу взяли, ребята, да? Ой, там, прикинь, там Ару плюс Сон. Это очень жестко. Ару плюс Сон. Ару, Сон, это жестко. Катка будет лютая, поэтому все в наших руках. Погнали играть доту, ребят. Хоу-хоу, как панда ласхитит. Хоу-хоу. Хорошо, пивандри возьмем. Залили пиваса. Через ботл пойдем. Мне бы вардецкий, чья куру не закрыл. Кура соло, ребят. Себе куру возьмите. Себе всегда соло куру беру, потому что мне так удобнее. И артефакты быстрее собирать намного, нежели чем через круг силы, через трипл клики. Так намного быстрее и удобнее. Не добил, ракушка. Так, значит, сапожок вардецкий. Варды, конечно... Ага, один вард остался. Возьмем щит, вард. Хорошо. Можно стик, кстати, взять, он будет тут поливать тоже. Угу, вот, поливальня пошла. Хорошо. Поливать будет. 130 маны, кстати. Может убить, да? Да, может убить. Я что-то так провтыкал, что очень много хароса залетело. Жесть просто. Ох, ребята, там душат. Спасибо за подписку. Вот, кто-то уже и подписался. Жестко что-то. Ух, пацаны там фидят. Так, ну хилочек дропнем. Погнали. Прики там задушил таки, да? Что-то так тупо, если честно, сдох. Даже и не вкурил. Отвлекся. Отвлекся, конечно. Внизу у нас что-то какая-то душнильная. Атропос плюс. Это очень жестко. Очень жестко что-то. Даже сапога нету. Подстакивать, наверное, себе буду. Манка висит, да? Что, меня под тэшку хочешь увести? Не, ну как бы, может и прокатит, но не прокатит, блядь. Тут не прокатит. Магнус там. Сикер помогает, да? Все там батлыга сейчас очень тяжело будет. Не знаю, как так получилось, что сейчас такая овердоминация у Магнуса.
будет. Это очень... Очень печально это выглядит. Очень печально. Че, против двоих что-то вообще не кайф стоять, на самом-то деле, если так задуматься. Че, они вдвоем стоят, не понимаю. Вообще не добить ничего не могу. Ой-ой-ой. Всегда говорил, Мартретка один из самых простых героев в доте. Просто бьешь и все. А вот панда немножко потяжелее, конечно. Поехали кататься. Красава. Вот так вот. Вот теперь, когда надо покатать, он катает. Вот это я по кайфу люблю доту. Люблю такую доту. Рикимару, красава, помог, пришел. Там столько промаха под этой тучей, плюс под пивом, это... Под пивом в дотку играем, как говорится. Пандарай настоящий герой для подпивасов. Пивас кидает, угощает, то есть за свой счет. За свой счет угощает, как говорится. Так, берем ботл или да? Берем ботл, короче, будем подхарасивать. Как правильно будет говорить? Харас. Харасить, хар, подхарасивать получается. Будем подхарасивать. Давай. Подхарасивать будем. Будет правильно. Подхарасивать. Хорош. Подхарасивать. Будет корректнее сказать подхарасивать. Внизу там ребята душат страшно. Жесть, там анстапабылы дают даже. Хорошо. У нас Мартретка и Рики активные. Красавчики. Душат. Молодцы. Так, регенерация. Очень плохо, что я регенерацию отдал. Но ничего с этим не поделать. Давайте ТП-шку возьмем на всякий случай. Пока не будем фазы делать. Стандартный билд, фазы барабаны. И будем работать. Next пиво раскачиваем. Ну, смотрите, ребята уже выехали. Ребята уже выехали. Если берет он меня на сон, по идее, я стопроцентно умираю под ару. Если этот не заблочит, хорошо. Хорошо, отлично. Хорошо. Пусть покрутится. Пусть покрутится. Давай, давай. Ой, отлично. Прекрасно. По красоте. Если бы тролль, кстати, не заблочил, все совсем по-другому было бы. Скорее всего, меня бы слили просто. И все. Чем ты со мной тычкуешься? Ты же ты тычкование проиграешь. Не, ну когда вот так вот, то да. Когда вот так, то да. Да? Чё происходит? Ой-ой-ой. Жесть. За Пандарию! Стой, за Пандарию дай тебе чапалаху, да. Не хочет. Можно, пожалуйста, руну? 100 маны. Хорошо. Еще если БС-а догоню, прикиньте, если он там не это... Не убегал, а просто мансил влево-вправо ждал, там может какая-то суета будет. Пойдет. По красоте. Ребята низ, конечно, очень сильно заруинили. Прям очень жестко. Вай, могу сразу по два пива закидывать под чакрой. Кому-нибудь там. Щух-щух так по пивасу. Ну почти. 3 секунды кдшка будет. Спека фармит, да? Блин, белт случайно купил. А что белт можно в Сенжу, да, только?
Сэнджу можно белт. Хорошо. Вот это замедло, я понимаю. Вай, крит вообще, я думал, мы его долго будем бить. Сегодня на криты везет. Сегодня реально на криты везет. А можно ПТ-шку дома собрать, дешевле будет. Если вы ошибочно покупаете какой-то артефакт, там, белт, еще что-то, то я рекомендую вот, ну, воспользоваться небольшим абузом. Ну как абузом? Это по сути не абуз, вы же даже, в принципе, не юзали этот артефакт, да, то есть это не будет считаться абузом даже. То есть вот я пойду на базу, да, куплю себе ПТ-шечку. Просто ПТ-шку куплю и не буду ее, как бы, использовать, сразу же продам. Это не абуз, и в то же время вы 450 золота не теряете. Ну, как бы это абуз. Вообще, по сути, это абуз. Но легальный абуз. Есть запрещенный абуз, да, за который можно бан схлопотать. А есть официально разрешенный. То есть вот это разрешенный абузик такой. Пойдем на руну сбегаем. Что у нас там? Брассер, да? Брассер должен быть. Роба и... Барабаны выходить будем. Найс руна. Сразу сейчас заюзаем. Клэпчик. Здесь. Только ПТ-шку нужно покупать именно по факту. Так, сделаем. По факту, именно дома. Иначе вы не сможете продать ее нормально. Через куру там образно. Сейчас чуть-чуть дофармим тут. Хотя лучше будем уже фармить, как фармим. Чё страшного. Хорошо. Мы одна команда. Поэтому жопу мажем всем. Как давать ботл союзнику? Нажимаешь Ctrl, то есть ты зажал его. Нажимаешь Bind, у меня это Йо. Так, и походу сейчас тут лицо будет ломаться, да? Через Файнс Гриппа еще, да? Так, ГГ. Короче, не буду рассказывать, это ты виноват. Кто попросил, как давать мод... Как, блин, ботлам через там союзника там юзать? Ужастик, как это можно не знать? Все, не буду рассказывать, я обиделся на вас. Нажимаешь, зажал Ctrl, нажимаешь Bind своего ботла, у тебя там пробел, двойка, пятерка, двадцатка, и нажимаешь потом на союзника. Все, ничего сложного. Ничего сложного, абсолютно. Давайте ПТ-шку продадим, барабаны соберем. Ну, на меня две, три ульты. Две ульты мне дали, если что. КД, спека и Бейн. Спектра и Бейн КД. Так, даешь вот так вот, даешь вот так вот. И продаешь, все. Вот, пожалуйста. И вот это собираешь. Вот так вот, ребята. Сохранили мы 450 золота сейчас. Сделал барабаны. А что дают барабаны, спросят некоторые. Ребята, барабаны дают МС, статы и нереальный актив в игре. То есть вы становитесь очень активным игроком. То есть вы... можете бегать куда хотите, как хотите и сколько хотите. А еще, при нажатии, при активации вы еще ускоряетесь и еще быстрее бьете. Очень хороший артефакт. Камон, смотри, что делает. Ай, комбинет. Но я умер опять. Ладно, гол завардим. О, нет варда. Понял, не комбинет, неплохо. Ну, типа сон плюс ару, это легко максимально. Я доджи не качал, мне нужно пиво кидать, поэтому... Так, когда это? Там КД. Вот эту комбинацию нужно бояться. Очень жестко душат. Очень жестко. Один хп просто. Остался. Нам на руне бы вардик. Еще потма с ДД была. Это тоже минус. Потма с ДД. Вот тут видно ее было. Лол. Уф, какая драка-то, а? Я пойду помогу. Мне только пиво дать клепнуть, и я там убиваю спокойно. Давай, 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 пожалуйста. Хорошо. А, тучу, брат, даешь? Давай на развороте их работать, дядь. Хорошо, погнали. Мунлайт. Не диспелится так. А, жалко. Очень жаль, конечно. Но это хейт тотальный, мне не дают ничего делать. Тотально хейтят. Хейтят меня тотально.
Мунлайтик там нажать, ультануть и чисто. Ну ладно. Грязь так грязь. Если вы любите грязь, то... Любят грязь, ребята, значит, будем играть по-грязному. Догон, соберу, да. Я макшу пиво, ребята. Почему? Пиво по кайфу. 75% промаха и плюс очень лютое замедло. Все, баланс. Хорошо. Камон, что за ульты? А там опять драки внизу. Блин, вот это через потму, да, конечно. Жестко, люто они там делают. Ганис. Они там комбинят. Тут я даже я, в принципе, не выживаю в такой комбинации. Сон Ару это очень жестко. Только если клаку куплю и доджи будут, тогда норма. Так. Даггер нужен и самим нужно подать. Все, даггерочек сделаем. И от ульты надо поиграть. От ульты надо поиграть. Настоящий. Фандасты. Аккуратненько. Рики молодец, сделает свои дела. Тучу замаксил. Красавчик. Очень полезный Рикимару, когда кидает тучу. Это реально очень полезный Рикимару. Рикимару без тучи это дно, ребят, запомните. Одна из самых неприятнейших кнопок в доте это тучка Рикимару. Реально. Как хотите, верьте, нет. Так, ну под матом МКБ сразу делает. Значит, на пиво ей будет пофиг. Бегу. На пиво ей будет пофиг, в принципе. Отропа и потму убивать надо. Они очень жестко комбинят. Их сразу надо сливать желательно. Сразу. У него ничего нету, у него даггер просто и все. Они тупо комбинации играют. У нас Рики дэмэджа не хватит. Куда ты, дядь? Ой-ой-ой. Придется так... О, ГГ мне. Найс. Я вообще чисто под горячую руку попал. Да уж. Рикимару, конечно, в себя поверил нереально сейчас. И я туда же. Я не успел ультануть даже. Если бы успел ультануть, я бы выжил, а так нет. Мартретка нужна в драке. Но я вот сейчас один пойду, я же сдохну. Нужно, чтобы Рики был. Нужно, чтобы тролль рядом суетился. Хотя бы просто подфидил. Так, не варик вообще. Ультовать пацаны не дадут. Он тебя не убьет, не ссы. Я помогу. Убивай вот это, вот этого, дядь. Блин, достов нету. О, есть. Хорош, вот это он промах сразу. Да, Рики подохли. Пойдет, вот. Молодцы, вместе собрались, да, и выиграли их. Вот так вот, уже лучше. Вместе собрались и выиграли. Вот сюда бы пойти, либо Т2. Круто было бы. Так, руны нет.
Вон, Магнус, можно Магнуса побить чуть-чуть. Котл у нас качает монолит? Двойку. Его максить надо так-то в этой катке. Когда уже научится на котле плеить нормально? Просто максить его надо. Просто максить надо его. Так, у Магнуса даггер. Если он сюда сейчас прыгнет, будет бабошка. Четверых в РП спокойно. Так, отходим. Всего Б. Рошу не зайдем. Рановато. Завардиться надо. Спектра в радик выходит. О, здорово. Туши его. Не стесняйся. Что он тут делал? Друг, ну ты куда? Так, тот же пошли. Хорошо. Если мы убьем сразу же от Ропаса. Сразу. Руна какая-то резнулась. Там Мунлайт, походу. Мунлайт. Походу. Или нет? Или у кого там инвиз? Скорее всего, Мунлайт просто. Что, 2500 есть? Ну, в радик будем выходить, пытаться, ребят. Не зубы файт корректный. Рикимару нужен, что ты сдаст там. Рики, молодец, дастик купил. Но мне, честно, не, честно, не особо некуда. Ну, можно там жертвовать телепортом, да? Но хз, как-то не знаю. Как-то не знаю. Пипир его знает это дело. Или фармить уйти сейчас. Сейчас можно подраться в минус, а можно пофармить в плюс. Фарм 100% будет в плюс. Вот оно, вот оно. Ага, разбудил. Отпускают. Дал ей пиво. Ух ты, блин, заклепал. Вот настоящий аспект. Это печально. Давайте так сделаем. Газоват, газоват. Газоват, ару не попадешь, дядь. Хорошо. Ну вот надо было уйти фармить все-таки. Единственное правильное решение это фармить. Ничего за драку не получили, а получили только чапалаху. Просто чапалах получили. Там нечем сбивать от Ропаса. МКБ Мирана, вот. Ну я умер, да? Да, я умер. Жестко, конечно. Это печально. Это печально. Просто вдвоем ходят, всю карту убивают. У нас нет такого, таких героев. Ну куда ты выходишь, ты ж видишь. О, все, не буди его, не буди, он сам разбудится. Что ты делаешь? Сейчас Патмару кинет, дядь. О, не попал, хорош. Он не знает, там стойки вот так вот. А, тяжелая будет игра, МКБшку одну уже сделали. Рикимару с диффузом. Мартретка фигню какую-то собирает. Ну, если проиграем, то проиграем из-за мартретки. Я свою задачу выполню на всю. Давай, давай, давай. Его, его туда же. Ну, прыжочек сразу надо было делать. Прыжочек. Но он уже на даггере вышел, ты уже не поймаешь. То есть, прыг, 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 скок, диффуз, дядь, и душить. Тучку, тучку, и душить. Молодец. И БС туда же. Хорош. Так-то лучше. Так-то лучше. Так, какой смысл качать доджи, да? Если под масс МКБ. Но они за счет вот этой комбинации, да, вдвоем. Я не делюсь, если там два друга. Типа вот как мы играем, две кнопки. А что если две кнопки, да, вот то же самое.
Это неплохо, это прикольно. Комбинить так, это прикольно, залог успеха. Комбинить так прикольно. Так, ну сакрет уже есть почти. Пойдет. Сакрет почти есть. На Рике пусть Башер делает. Так, сакрет имеется. С сакредом уже повеселее будет. Радик сделаю, так вообще пушка. Я думаю, может Аганим сделать. Но если честно, плохо очень контролю. Пальцы вообще не слушаются. Очень. Да хорош. Опять. Ну я опять умер. Тут без шансов просто. А, еще и файнда. 4 ульты, го, че вы. Так, Рики, диффуз на себя. Хорош. Там нет кнопок вообще. Магнус РП только и все. Давай, прыжочек, дядь, хватит дистанции, умничка. Они под вардом подстоят, но у нас нету саппорта такого, чтобы девардил. РП только. Мне две ульты дали. Нам надо развардить. У нас проблемы. Виженом. Просто развардиться надо. У нас вот здесь варды стоят, они спокойно цепляют. По речке вообще нельзя ходить. У нас два крайних слота, как обычно, вторая игра у нас. 1-10, 0-11. 6. Пацаны кайфуют чисто. Хотя бы вардить, блин, вардите. Вардите хотя бы, будет уже интересная игра. Так, ну, стик в помойку. ТП-шку берем, погнали. Чуть-чуть дофармить остается. Дофармим, и нужно играть с командой, купить дасты. Купим дасты, играем с командой. И все. Мне чуть до Радика. Иду. Что там, ребята тоже ищут, да? Блин, в миду опасно, столько крипов, но такой соблазн. Тролли, если будут убивать, то тролли. Да? Вон, отрок идет. Уже бежит. Уже бежит. Хорошо. О, хорошо, сикера приняли. Чуть-чуть. 300 до Радика. С Радиенсом совсем другая пойдет игра. Главное ультануть и все, дальше. Достевичи. Дасты будут, будет по кайфу. Вообще вариант такую комбинацию, знаете, как доджить? Просто берешь доминатор и типа, ну, с собой рядом крипа водишь постоянно и подставляешь его под арл. И все, ты по идее не умираешь, по крайней мере с этой комбинации. А с чего можешь умереть? Умереть можешь с МКБ по тьмы, вот с чего. Это единственное, что тебя там может испугать, по сути. Единственное, что тебя может как бы немножко задушить. Так, и нужно вард, дасты. Дасты есть, спрашиваю, ребята. Там душат пацаны. Комбинет. Давай, дядь, прыгай. На меня. А, ну все, ГГ, дядь. Так, ну мне нужно дождаться. Давай вот этого. Да ты что? Давай, додушить. Хорош.
Дасты и побежали. Магнус в лоу хп, там же есть убегаю. Убегаю. Нету. Магнус в лоу хп такой был, там вообще жесть. В лоу. Очень жалко. О, уже фуловый. Хорош, не успеваю. Вылетел бы промах, прикинь. Было бы кайфово. Промах вылетел, было бы хорошо. Но, блин, и Куру потерял. Магнуса не успел там. Ничего, вот здесь. Но если честно, такая ситуация, я думал, там ГГВП бы. Но за спектрой гнаться было тупо. Нужно было пытаться Магнуса. Но опять-таки это говорить после того, как драка уже закончилась, нет смысла. Нет смысла. Нам нужно, чтобы Мартретка сделала БКБ. Троллю также надо. Но я бы сейчас на тролле купил бы Яшу и дальше пофармил бы. Так, даст и есть. Даст и я юзану. Пойдет. Грязная катка, но ничего. За счет... У них два нижних слота тащат, а у нас два нижних слота фидят специально. Там глиммер. Блин, гем брать. Не хочется. Слушай, атропаса. Уай, спека ультанула, это ГГ. Хорош, ну хотя бы так. Оу. Опять дасты жмутся. Ой, дасты, инвиз жмется и все. Ну я в миду поймаю. В миду сейчас буду ловить. Прыгаем, клэпаем. Жмакаем. Хорошо. Ух ты. Не могу. Сайленси, блин, этот пандарен. Ай, жестко. Ладно. Сайленси, пандарен, не могу. Ничего сделать. Сайленси. Очень плохо контроль, но хотя бы спеку забрал. У спектру в лейте я буду просто в ульте умирать. Что-то дамажище может собирать, БКБ какое-то. Но опять-таки, там файнс грип, там РП. Единственное, что я могу задоджить, это БМы. БМы это тоже неприятно. Типа, начинается драка как? Я прыгаю, клэпаю, дерусь в БКБшке, да, образно. Как это должно выглядеть. Единственное, если я не получаю ультимейт Бэйна, то тогда я буду полезен и дальше. А так я могу умереть. Линку сделать. Инфиблом собьет. Попытается, возможно, даже манту попробовать. Может что-то доджить, да? Иллюзиями суету наводить. Но в лейте спектру Мартретка должна побеждать. Я ее не смогу вытянуть, Мартретку. Поэтому у нас тут есть небольшая такая проблемка. Большая проблемка. Мирана БКБ. Миранка БКБ купила. Это хорошо. Для них. Для нас-то очень плохо. Фатма меня перебьет по руке. 200 урона под Магнусом еще. Спека там. Куда Котл пошел? Котл, как обычно, в своем репертуаре пошел пофидить. Смотри, какой. Души его. Ару нету уже. Ой, ГГ. Не успею даже ультануть. Попрошу еще раз. Может, могут ребята в пятером собраться? Но они просто комбинят и все. Магнус стоит сзади. Меня на Файнда сразу взяли, некому сбить. Но нам Рикимару нужен в игре. Гем. Гем под мы. А мне кажется, они уверенно эту игру заберут и ГГВП. Прям вообще уверенно. Я тут ничего не вывезу. Если постоянно буду в Файнде или в РПХе, мне тут ничего не светит. Спектра выиграет эту игру, если Мартретка не начнет играть. Но Мартретка молнию покупает, он не хочет выигрывать эту игру. Молния как бы неплохо, но там БМ, он АБМ убивается. Не знаю. Я делаю, что от меня зависит, в принципе. Пытаюсь.
Минус топ. Минус топ. Тролля тут даже как крипа. А вот это два моих слота. Просто два моих лат-слота тушат, пацаны. Оу. Надо дефиться. Пошли. Не стой. Давай, 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 надо добить. Хорошо. Опять, блин, сайленсы вот эти вот. Хорошо. Ну, минус топ, но... Чё-то я как-то задефил, да, но минус топ все равно. Ужастик какой-то. У нас минус два игрока немножко получается, походу. Это печально. Так, пойдем. Спека это иллюзия. Нам даже пушить нечего. Все такие стандарт товара упали. Гоу резко. 2700 на кармане. Я даже не знаю, что тут подсобрать. Можно было бы Аганим собрать, но я не уверен в Аганиме. Уверен. Идет уже. Ульт. Хорошо. Отлично. Спека на миду. 3000. Я бы тут вообще Октарин собрал, но, мне кажется... Это иллюзия, по-моему. Иллюз. Это иллюзия. Мне они под Мунлайн там будут просто двигаться спокойно и все. Спокойнейше. Спокойнейше под Мунлайн там будут двигаться. Какой-то... Так, гемотроп. Атроп, гемчик. Магнус Шива. Магнус как 4 играет Суетуна. Но вот как ты не ушел, дядь? Ой, как хорошо-то крипы там задоджили. Крипы задоджили. Так, вот сделаем. Напугаем пивасом. Уйдите. В. Мунлайт нажали. Почилим. А Егис есть? Как-то на дефе сыграем, я думаю. Как-то сыграем на дефе. Может быть. Пусть Т2 ломает. Кто там попался? Рики. Рики минус. Ой, Магна РП слил. Хорошо. А, Мартретка лопнула просто. Да, этот на Файнда меня возьмет, да, сейчас? Не буду юзать. Это возьмем вот так. Хорошо. Хорошо. Не, ну не надо, ребят. Ну ладно, БКБ не буду жмакать. БКБ на next нажму. А не факт, нет, что это поможет вообще как-то. Не факт, что как-то поможет, но помогло вроде. Хорошо. И вообще пофиг этой потме. Этой потме вообще пофиг. А что, я куру не убрал, что ли? В смысле? Потму вообще никак не пробил. Ну, Котл двойку не дает даже. А это двойку, ё-моё. Котл вообще ничего не нажимает. Этот радиент смешает жесть как. Хорошо. Стоп падает. Вот она, вот она, вот она. С радика запилю. Ой, хорош.
Жестко, блин, 6000 золотых на кармане. Кирасу сделать. Куру, ага, гем забрали. Я кирасу куплю. Наверное. Хотя бы как-то с кирасой можно будет дэмэдж под мы держать. Я так думаю. Можно было бы... Я бы сделал бы Октарин, если бы это была рофлокатка. Типа в Октарине можно там фулл хп отхилиться. Сделаем кирасу, будем в БКБ прыгать. И БФ бы тут, либо молнию сделать какую-то. Чтобы можно было прыгнуть и просто сметать всех, кто стоит на пути. Надо мид идти. Сметать просто. Эй, Рики, брат. Что-то ты не в тот район, походу, зашел, да? Вот еще бы плюсик мне один. Я так один не справлюсь, там сразу файн было. Ну... Ой-ой-ой-ой-ой, это что было? Просто команда вся АФК, я сижу и писать им. Ну просто у меня один персонаж, вот этот Котл в лесу стоит АФК. Мартретка на базу пешком бежит зачем-то. Я без ульты теперь, 70 секунд. Мартретка на базу бежит, кто-то там в лесу еще фармит, низ толкает. Можно ж пойти было спушить что-то, я не знаю. Ну не хотят, ну ладно, фармим тогда. Да-да, фармим. Байбек отфармливаем. Тут вот так, 50 секунд. Ну, в принципе, к 41 будет уже минуте. Если мои додумаются уйти. Если додумается на котле парень уйти. 1.16 на котле бахает дотку. Как бы тяжело ему немножко играть. Но старается. Но пока что не очень жестко. Так, я отдефил, да? Хорошо. 27 секунд. Мне ульту надо. С подмой, конечно, драться я ее не передамажу. Никак. Хоть у меня и все есть, в принципе. Ты сейчас... Девять секунд ульта, и можно будет чуть-чуть подвигаться. Подмой, конечно, 230 дэмэджа, МКБшка собрала. Душит. Душит. Спека ушла, но она на ульте прилетит, если что. Вот это можно. Хорошо. Так вот сделаем. Отма. Вот это вот так. Надеюсь, я не вылезу четко под сало. Спеку. Замедло бы твое помогло, дядь. Один, 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 да, я ее забью. Хорош. Кто-то блинканулся. Отпивался и блинканулся. Пойдем дефиться. Ты умрешь сейчас. Там кто-то шел. Там кто-то. А молнию надо сделать, попытаться с молнией перебивать. Ну гоу, регенимся. Что-то я так повзвешивал. Сейчас мид, пока добегу, пока не зафоршу никого на ББ, поэтому нет смысла бежать туда. Молнию сделаем, ребят. Апаем барабаны. За 875 покупаем и за 925 бонус продаю. Это не абуз, это просто я сейчас... То есть барабаны не просто тупо выкину. Не просто тупо я их выкинул, да, а купил и 100 золота получил с них еще. Круто же. 30 секунд. Ну, деремся, мы уже неплохо. Башер бы сделать, да? Радиенс must have для моего героя. Просто must have, потому что 2x радиенс запиливания в ультимейте, это очень круто. Плюс 2x промах там идет. Поэтому башер бы было бы круто, знаете, типа прыгаешь, дамажишь. Молнию сделаю. Молния есть. Если что, что-нибудь да продадим.
Посмотрим, посмотрим. Может быть, БКБ дропнем. Я, в принципе, БКБ нажал только, чтобы там сало снять, и все. С таким успехом можно сделать манту. Как бы не париться. Байбек надо отколотить, и... Хорошо, молния есть. Можно будет прыгнуть и... От КГ. Можно будет прыгнуть, и я думаю, раздамажу неплохо. Там иллюзии. Эх, мне бы иллюзии. Криты по 500, скорость атаки хорошая. Просто прыгнул бы с молнией. Тык-тык-тык-тык. Надамажил. Круто будет, если... Парень на тролле будет ультовать в драке. Будет очень люто дпсить у меня персонаж. Хорошо. Заберут они, думаете? Так. Хорошо. Блин, ну это намного потнее, согласитесь, чем прошлое. Прошлое такая была по фану, это потное. Даже если проиграем, по кайфу игра. Пофигу. Спека мид. Идет, да, они в роше. Идем. Блин, ну... Не, я не пойду первый. Б, все. Все, от ХГ. От ХГ. От ХГ. Пожалуйста. От хайграунда. Котл, что собирает? Что вот это такого, Котла? Купи глиммер, не умирать. Будешь не умирать вообще никогда. Просто глиммер купи, не будешь умирать. Денег нет, честно пишет. Но поэтому и умираешь. Вот это надо продать и купить себе глиммер. Купи резисты. И не парься. Я топ дефну быстренько. Хорошо. Могу сейчас, конечно, на себя очень много внимания привлечь. Боже, прикинь, я еще развернулся. Ну, как, получается так вот. Ультани. Хорошо. Хорошо. Го, вот этого. Найс, подставился. Я без хп буду. Что, не означай драка, ну. Драка не означает такая грубая будет. Дерусь, байбек, если что. Жесть, я так команду подставил сейчас. Это ужас просто. Зачем ты байбекаешься? Я же байбекнул сзади. Видели, у меня еще герой как будто сам на ару повернул. Просто какое-то проклятие. Идем туда. Просто сам на ару повернул. Вон, 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 догоняй, догоняй, догоняй. Давай, 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 давай. Сможем. Давай, давай, ее туда же. А не пробьешь. Жесть, сколько молний повылетало там. Хорошо. Отлично. Пойдет. Какого-то отхила бы, да? Жесть, а слотов-то нету. А слотов-то нету. Но драка, кстати, несмотря на то, что я очень сильно сплетанул, а Тропос там подставился. Она в плюс у нас была, эта драка. Они не зашли вообще никуда, они ничего не сделали за драку. Вообще ничего. Но и у нас все равно персонажи не одеваются. То есть я оденусь-то, да, все равно? По чуть. Остальное не одевается. Это печаль. Это Аегис файт был. Аегис файт был. Сатаник хочется. Сатаник какой-то бы. Тогда спот мой мог бы конкурировать по руке.
Потма не конкурирует. Ой, Потма. Мартретка не конкурирует. Ну, мы фармим, надо было просто идти сейчас, что-то как-то пытаться делать. Но, походу, никак тут. И пойти никуда. Можно пойти на три буквы. БС-овый. Абиссал собрать, драться с Потмой. Потма без баша. У меня будет баш, то есть будет как бы... Плюсик мне очень большой. Очень большой мне плюс будет. Опять-таки, мой радианс — это очень нужная вещь в игре. Не знаю даже. Даже не знаю. Сатаник. Да, вот это уже плохо. Она будет, у нее две жизни будет сейчас. Хорошо. Мирана Сатаник купила за драку. Ну да, конечно, ультру оформила. На вставочку. Чё нет-то? Что я опять очень далеко от команды. С Мунлайта поймают. И ГВП. Главное, Бейн, если убиваем, пока и Фускади успеки. Еще кто-то за ней шел. Магнус, скорее всего, он ее... Он ее, как говорится, бустит. Так, ну почти, байбек есть. Это долгая будет игра. У нас тролль еще есть, хардкерри. Тролль оденется. Возможно. Возможно. Он тут кто-то был. Дайте один гем, не нужен он вам. Вот вместо чего сатаник делать? Даггер по-любому нужен. Даггер по-любому нужен. БКБшку. Там БМы. Опа. Гоу драться, что делать. Туча есть, хорошо. Жесть, я просто, мне просто все молнии позбивали. Просто все молнии позбивали. Глифанем. А ты прыгать собрался? Ультанем сразу. Я не могу в ульте, типа не дамажу вообще. Вообще не дамажу. У меня будет кнопка. Сейчас подрегенимся. Ару. Ну-ка, дядя, пиваса выпей. Там еще этот живой. Бейн. Драться не можем об слово вообще. Рили. Ладно, я умер. Буду драться уже. ГГ. Но все-таки мы тут эту катку, ребятки, проигрываем. Но не знаю, что тут у нас подкачало. Может быть, два крайних слота. Может быть, просто по пику. Но не потянуло ни мартретка, ни панда. Просто не можем. Не можем. Просто ничего не можем сделать. Очень жестко скомбинили пацаны Атропос плюс Мирана. Ну и у нас... У нас проблема с четвертым и пятым слотом. 1.25 и 0.19.14. То есть таких КДА здесь в этой катке просто нет. Жесть. Просто нет у нас таких игроков. Тролль у нас не знает, как у него стойки, не понимает как. Рикимару молодец, мартретку хвалить не буду. Отвратительно парень сыграл, собирает что хочет. Молнию там что-то, вообще не думает за игру. Просто собирает что хочет. Вот просто по факту. Что хочу, собираю, вот ты как хочешь там делай. Но Котлу не хватило здесь глимера какого-то. Не знаю почему, он игнорирует вообще такой имбовый артефакт на саппорта, но он не хочет.
Да, у Эзолора артефакты вообще там, не знаю, 10 минуты по факту. Какой-то догон, что ли, делает, я не пойму. Глиммер всегда, саппорт это глиммер всегда. То есть, если ты играешь на котле, да даже я, если на серьезке бывает, играю, даже все равно возьму глиммер. Но, в смысле, на серьезке, если по рофлу или на серьезке, глиммер всегда must have, тем более это на саппорте. Немного не понимаю, почему он так пренебрегает такой, такими артефактами. Ну ладно, не без ошибок, как говорится. Я тоже отвратительно нажимал кнопки, не знаю почему, но не могу просто нажимать кнопки. Просто влево, вправо, что-то там. 20 секунд подефят они или нет? Или мне байбекать придется? О, блайнды. Нифига себе, блайнды работают на... А, ну, в принципе, на товарата, на бараке. Тучу ставь, тучу ставь, тучу ставь. Да что ты боишься? Тучу! Тучу, тучу поставь, что ты бегаешь? О божечки. Что с Рикимару? А, меня на файнда. И золота нет на байбек. О, есть. Хорошо. Хорошо. Дыши, дядя, дыши. Опа, кого тут задушить? Тебя задушить, давай. Иди сюда. Да куда ты его? Ты его тут не засейвишь. Я вот хочу жить. ГГ. ГГ, пацаны. Гоу, финиш. Катка тут ясна. Ну, в принципе, ребятки, судить вам, вот такие вот у нас катки сегодня получились. Эта катка, в принципе, тоже была неплохая, очень такая потная. Но если бы я играл на мартретке, то игра была бы как прошлая, в принципе. 100% уверен, потому что панда все-таки это такой герой, которому нужно немного спейса. Вначале не сильно было жестко, а потом... Конечно, не хватило саппортинга. Но судить вам, опять-таки, катка хорошая, катки обе хороши. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. И не забывайте, ребятки, что еще есть ТГшечка. Туда можно также подписаться, там у нас идут анонсики. И, в принципе, все. На этом был Ксеназос, там вот как говорится, да? С вами был Ксеназос и до скорого, ребятки.